Прикинь, что нашел, распечатанный на 3D принтере кусок курицы, приготовленный лазером. Что только не оказывается на обеденном столе, когда твоя бабушка андроид. Вернее, не бабушка, а исследователи из Колумбийского университета. Они разрабатывают лучшие методы последовательности и комбинации использования лазеров разных цветов и интенсивности, чтобы приготовить куски курицы, напечатанные мясным фаршем на 3D принтере. И там есть что исследовать. Какую выбрать интенсивность лазера в зависимости от толщины? По какому паттерну лучше прогревать кусочки? Какую длину волны в каких пропорциях использовать и так далее. Но даже сейчас, на уровне начальных испытаний, готовка лазером очень мало высушивает мясо, не уменьшает его объем, сохраняет вкусовые качества, в общем, получается круче, чем в духовке. Зачем они это делают? Ну, если тебе до сих пор не стало очевидно, то я отвечу. Да, в будущем у нас могут быть крутые печи, в которые нужно только загрузить картриджи с ингредиентами, а дальше они распечатают и идеально приготовят то, что мы выбрали. А сейчас я надеюсь, ты выберешь поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал. А еще можешь посмотреть это видео еще раз.